Свой профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники управления уголовного розыска. В Министерстве внутренних дел Чувашии состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой дате. Основная задача сотрудников уголовного розыска – найти и обезвредить преступника. При этом не стоит надеяться только на современные технологии. Стоит почаще встречаться с ветеранами, перенимая их опыт. Опыт даже в чем? Опыт – это общение с людьми. Это уже важно. Почему? Потому что это у нас ни у высших учебных заведений не дается, как общаться надо с людьми. Всегда бок о бок с ветеранскими организациями должны быть взаимодействовать. За достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности и успешное выполнение особо сложных и важных задач сотрудники уголовного розыска были награждены почетными грамотами и ценными подарками. Сегодня же стражи порядка республики присоединились ко всероссийской акции «Зеленая Россия». Ветераны ОВД и члены общественного совета пополнили столичную сиреневую аллею новыми кустами. Сама аллея появилась в сквере защитников правопорядка 6 июля прошлого года, в день образования чувашской милиции. Задача любого человека – это там, построить дом, вырастить сына, там, посадить дерево. Вот давайте начнем с посадки деревьев, с озеленения нашей республики, и чтобы наш город и наша республика стала еще краше.